Не всегда получается созваниваться. У меня снегокат крутой, руль крупно, чтобы было все видно. А я еще и приложу открытку с подписью. Мне кажется, даже в 30-градусный мороз. Вот и посмотрим, что же получится. Всем привет, я Элли Ди. Со мной, как всегда, моя собака Джина. И сегодня будет необычное видео. Я попробую обновиться к новому 2018 году. Это такой своеобразный челлендж. Я продам те вещи, которыми я не пользуюсь, и куплю вещи, которые мне понадобятся для моей крутой идеи. Подписывайся на мой канал, чтобы узнать, что из этого выйдет, а мы начинаем. Дело в том, что недавно у меня появился вот такой крутой снегокат. Но, к сожалению, я им пользоваться не планирую этой зимой. И зачем новые вещи пропадать зря, если ее можно продать и купить на это то, чем я точно буду пользоваться. И в этом мне поможет, конечно, Авито. Ведь там я смогу не только продать свой новый снегокат, но и купить новые вещи и по человеческим ценам. Я долго думала, что же я смогу обновить. И так как я решила возобновить зимой свою рубрику, которая еще была год назад, «Форты снега», я решила, что, ну, наверное, прикуплю классные штуки, которые мне помогут в строительстве форта и, я не знаю, в украшении его. В общем, идей для покупок у меня много. Короче, на канале вас ждут крутые зимние дворовые игры. О том, как я строила снежный форт у себя во дворе и какой он был огромный, вы уже можете посмотреть на моем канале, но в этом году мы сделаем круче. Прошло то время, когда объявления выкладывались только с компьютера, теперь это можно сделать и с помощью мобильного телефона. Просто можно скачать мобильное приложение Авито. Сейчас мы будем искать все необходимое для того, чтобы мой форт был крутым. Так, пишу в поиске «Снежколеп». Так, сейчас Москва, регион. Я же не собираюсь из Владивостока «Снежколеп» заказывать. Ой, сколько много! Слушайте, разноцветные. Например, вот этот. Метро подходит. Вот, «Снежколеп» новый, 36 сантиметров. Очень хочу купить шапку-ушанку. Так и пишу «Шапка-ушанка». Смотрим, что он выдаст. Шапки. Сейчас выберу что-нибудь подходящее. Вот, вот такая шапка классная, пушистая. Ага, ага, эко-мех. Новая шапка, универсального размера. Ну, точно не прогадаю с размером. Прошлой зимой, когда мы строили форт, у нас была большая проблема с лопатами. Моя лопата была очень тяжелая, ну, просто неподъемная. Мне кажется, она вообще не предназначалась для снега, для земли, наверное. Но я хочу в этот раз купить нормальную лопату для пушистого снега, чтобы она была легкая, чтобы я могла реально большие кучи снега бросать и не устала. Пишу: лопата для снега. Нет, новая, чтобы не была старая. Новая лопата для снега. Очень много лопат. Вот, вот это, например, прям самая первая. Так, лопата. Облегченная. Подходит для уборки пушистого снега. Высокие борта, ручка удобная. Да, это то, что нужно. Облегченная лопата. Вот, такая мне и нужна. Кстати, товар можно добавить в избранное и вернуться к нему чуть позже. Вообще, в приложении Авито все оптимизировано, поэтому искать довольно-таки просто. И еще, не всегда получается созваниваться. Мне кажется, гораздо удобнее написать человеку. Когда он освободится, тогда он и ответит. Добрый день. Вечер. Хочу купить шапку. Что я в итоге купила, я думаю, вы увидите в конце этого ролика, потому что может понадобиться некоторое время. Ну а пока мы ждем ответа от продавца, я выложу на продажу мой снегокат. Вы не поверите, но это приложение может распознавать вещи, которые лежат без дела в вашем доме, и вы сможете узнать, сколько они стоят. Нажимаем вот сюда, поиск по фото. Итак, смотрим, фоткаем. И мы видим здесь кучу аналогичных вариантов, с помощью которых можно прицениться, за сколько выкладывать свою вещь. Функция очень крутая, правда, он выдал снегокаты попроще, у меня снегокат крутой, я думаю, я его выложу за 5000 рублей. Просто если его прямо в магазине купить, то он будет почти 10 тысяч стоить. Ну, у меня-то он новый. Поэтому скидка 50% будет. Только пока эта функция доступна только для iOS, но скоро и на Андроиде появится. Все же когда-то появляется на Андроиде. Так, фотки я до этого сделала, теперь нужно создать объявление. Чтобы купили быстро. Вот так его надо создать, чтобы быстро купить. Так, смотрим. Например, вот фотка. Загружаем. Так, а еще добавить фотку. Еще фотку. Руль крупно, чтобы было все видно. Укажите название и цену. Цену 5000 рублей. 5000 рублей. Я думаю, достаточно. Название. Стига. Снегокат. Далее. Выбрать категорию. Зимние виды спорта. Ну вот, все правильно. Продаю свое. Опишите товар. Новый, что сказать. Непользованный. Отель Иди. В идеальном состоянии и с тормозами. Еще амортизатор есть на руле. Далее. Номер телефона. И выбираю город Москва. Так, кажется, я создала объявление. Надо нажать продолжить.
Все создалось. Отлично, теперь буду ждать сообщений и звоночков. Звонки не всегда удобно, конечно, принять, но на сообщения всегда отвечу. Эту вещь вы сможете найти с другими объявлениями в подборке в социальных сетях Авито. А я еще и приложу открытку с подписью. Ребята, смотрите, что я купила. Я купила все-таки эту шапку и эту лопату. Мне кажется, даже в 30-градусный мороз эта шапка отлично будет согревать. Если вы тоже хотите обновиться перед Новым годом и приобрести новые вещи для зимних дворовых игр по человеческим ценам, я составила для вас подборку объявлений, которые понравились мне в процессе поиска. Она будет в группах Авито в социальных сетях. И самое главное, там будет мое объявление, это санки снегокат. А еще я вас попрошу подобрать для меня другие какие-то классные вещи. Что вы можете сделать? Найти на Авито крутые вещи, которые вы хотите, чтобы я купила, разместить их у себя в социальных сетях. И чтобы я могла найти ваш пост, поставьте хэштег «Элли обновись на Авито». Назовем вот так. Это будет ваша рекомендация тому, что мне купить еще. Если очень сильно стучат лопаты, пришлось покупать новые тазики, я выберу одну или несколько ваших самых крутых находок, куплю и в следующем видео покажу вам. Вот и посмотрим, что же получится. Подписывайтесь на мой канал и увидимся в новых роликах.